В редакции газеты «Дружба» города Хасаюрт прошла встреча с гостями из Ивановской области. Это член Союза писателей России, редактор альманаха «Слияние времен» Галина Сологуб и член краеведческого общества города Тейково, составитель данного альманаха Сергей Потанин. В ходе беседы говорилось о культуре Республики Дагестан, ее традициях, достопримечательностях и, конечно же, о писателях республики. Отмечает главный редактор газеты «Дружба» Магомед Расул Шайхмагомедов. Довольно так известный писатель. Журналисты, вот, у них большие планы, их очень беспокоит то, что нас, значит, объединяет взаимослияние культуры. Много разных видений, разных оценок, разных проектов у них. Мы тоже хотим совместно с ними это реализовать, этот проект. Я думаю, не первая, не последняя встреча, вот, и в скором будущем наши журналисты, наши местные писатели будут и у них, соответственно, на их площадке будем говорить, как делать лучше, чтобы нас услышать, чтобы мы были услышанными и, значит, делать общее дело во благо нашей республики, во благо наших регионов, и чтобы могли приумножить культуру народу России. Как рассказывает Сергей Потанин, целью визита является знакомство с героями, сражавшимися на территории Северного Кавказа во время Великой Отечественной войны. А также, добавили гости, знакомство с писателями Республики Дагестан, в том числе и Хасавюрта. В итоге они планируют посетить город Дербент, после чего, объединив всю полученную информацию в литературные заметки, выпустить путевую книгу о Дагестане. Нам кажется, что это важно по нескольким причинам. Во-первых, поменять немножко имидж республики, чтобы сюда потянулись и туристы из Центральной России, те, кто когда-то раньше здесь был в юности, но сейчас какие-то негативные моменты останавливают этих людей побывать в Дагестане. Вот. Но эта идея путевого этого дневника возникла не случайно. Дело в том, что в городе Иваново есть культурно-деловой центр «Каспий», и там проводят очень много мероприятий, связанных именно с культурой Дагестана, с традициями Дагестана. И руководитель им Курбанов Магомед Расулович, который проводит очень интересные такие вечера, которые объединены в такой цикл «Дагестан глазами российских писателей», где он рассказывает, как разные российские представители культуры бывали в Дагестане, что они видели и какие произведения они на этой базе создали. Поэтому вот это, мне кажется, тоже очень важный фактор. О проекте «Слияние времен» и о том, что проект из себя представляет, рассказала Галина Сологуб. Идея нашего альманаха пришла к нам объединить все, что было создано в 400-летию нашего небольшого города и что существует в нашем городе, его культуру, творчество наших читателей. Нам это удалось, нам посоветовали сделать это даже литературной антологии, но вроде бы становится очень тесно нам в рамках этого альманаха, поскольку уроженцы Тейково разъехались по разным городам и весям, и, конечно, их произведения мы тоже включили, и символическое название нашего альманаха «Слияние времен» как бы заставляет продолжать эту идею дальше. Думаю, что это будет интересно. И у вас тоже накопились материалы литературные, исторические, которые тоже можно было бы объединить в этот альманах. Мы, конечно, планируем выпустить третий альманах. И было бы неплохо, если бы в нем были представлены, кроме наших путевых дневников, произведения ваших авторов. Как отметили Галина Сологуб и Сергей Потанин, им очень понравилось гостеприимство города Хасаюрт. В конце встречи гости вручили авторские книги о своем городе, традициях и достопримечательностях, пообещав еще не раз посетить Хасаюрт. Идрис Алиев, Алмасхан Амаев, информационная программа «Пульс».